Всем привет, дорогие друзья, ребята, я на канале Микаль Нептюбор. Я вам покажу, как можно ввести коды контроля для Fallout Navigator, как Fallout Navigator ввести контроль кода, чтобы можно перенести быстро уровень урона на вики урона. Если вы, конечно, не хотите ввести урона в левел, который вы знаете, короче, вы знаете, кто за код это ведет, для чего он работает. Если вам это, конечно, не хочется так долго это продолжать, об этом-то вы можете перенести коды по-другому. Вы вроде слышали про Fallout 4, это Fallout 3, как урон и уровень поднять бикро на контроле. А вот сегодня я вам покажу, как можно для Fallout бегать. Я хотел давно это показать, но у меня было некогда. А сейчас вот я вам решил показать. Итак, и вот Fallout сейчас на век показываю, как вести коды. Самое главное, пишите player setup. Пишите так вы player, layer setup. Итак, и теперь можно ввести уже коды. Первый, гунтнин, объем это. Пишем. Да, и извините, я пока не открою, чтобы вам было понятно, кто это код. Это оружие, вот, объем оружие. Следующее. Как пишется бартер? А бартер то же самое, пишется одинаковое слово. Вот. Бартер без оружия. Не так. Так, видите, он пишет, он армейнер. Видите. Лон. Лом, вот лом, лом, это видите, оно копит, я вам говорю. Вретятка. Так-так-так, вретятка. И видим, так следующий окрин. Плотите пятивер. Видим. Вретята. Выживанная. Плавер штат пистем. Плавер штат. Выживанная. Выживанная. Это пистется в гумере бивал. Видим. Турурба. Виваль. Вот. Картонартия. Картонартия пишется. Флоймандлития. Кетес. Медицина медикам. Верчита. То самое, так же как пишется. Так, там, так это вот. Так, наука. Наука. Так, пишем. Наука. Пишем. Так, дальше. Что там мы напишем? Ремонт, да? Репаир. Репаирк. Вот. Кринорком. Плавер. Питем. Титап. Вот. Плавер питап. А кринота питется. Титап питунком. А кринота питется просто. Питем неок. Вот.
Так, холодное оружие, да? Холодное оружие. А холодное оружие пишется, она... Видите, рынка пидырмы попон. Вот. А, я не отвечал на тип, ты написал, потому что плохо вижу кнопки, да, нажимаю кнопку. Кличально. Ну ты да, кличал. Там пицца мели еще чем папунтик. А, блин, опять ты да буквы пропустил. Окей. Вчера же ты кинешься. Вот. Холодное оружие. Так. Лайер следующий, лайер, титап. А как пишется нервовое оружие? Он пишется манлитая энергия чепапона. Так, энергия чепапона. Короче, вы все поняли, как вы переводите на английский вот этот мод. Control Q. Все поняли вы теперь, как им надо писать и как это им переводить на ним английский, чтобы control. Просто. Вы просто пишете им вот этим словом. А Макваны вы пишете по-английски. Если вы не знаете, как это русский ремонт пишется и недорогое оружие, как по-английски пишется, влом, и медика. Вы можете тогда переводить перевод тогда, или как-то подправить кому-нибудь. Все просто, просто наведите название на английский, и будете реакцией контроля этого кода на вас. Подписывайтесь на канал, дорогие друзья. Не забывайте ставить лайки, все это вам помогло. И всем пока-пока.